Клетчатая бумага. Мне очень нравится клетчатая бумага из правильных шестиугольников. Для русского языка, знаете, бывает такая тетрадь в линейку, бывает даже тетрадь в хитрую линейку, знаете, да, такие разные, когда стоит. Нотная бумага бывает и так далее, и так далее, и так далее. Разумеется, для любых таких штук возможны постановки разных математических задач. Итак, задача. Рассмотрим 1 сантиметр на 1 сантиметр, да, бумагу. Спрашивают, если у нас есть квадрат, 204 задача, если у нас есть квадрат размером 10 на 10, сколько там маленьких квадратиков? Ну, это вопрос из разряда для самых маленьких, господа. Читаем. Сколько квадратиков маленьких получится, если разрезать на 10 частей по вертикали и на 10 частей по вертикали? Да. 100. 100, конечно. Между прочим, господа, когда вы задумываетесь, а что такое 1%, есть простой, понятный ответ. Это односотая. Нет. Вот представьте, это много или мало. Простой способ. Представить себе 10 клеток на 10 клеток квадрат. И вот одна клеточка, это как раз есть 1/100. Согласны? Да. Отлично. Так, кстати, сразу вдогонку вопрос. Скажите, пожалуйста, а если взять не квадрат, а если взять кубик размером 10 на 10 на 10? Тогда один маленький кубик какую долю составляет из всего? Да. Какую? 1/1000. 1/1000. Совершенно верно. 1/1000. Заметьте, пожалуйста, 100 и 1000 отличаются очень существенно, в 10 раз. Да? Хорошо.